Поговори со мной. Мы хотим хэл. Даю СС на дерево. Стой, стой, стой. А тут кого-то самонуть надо, да? Да не, все тут вроде. Огурцы там шаманы поставьте с той стороны. Людей. Шаман тут. Шаманчика угрымали, нет? Не, он тут. Поставьте там огурцы у себя и это. Жрите, когда хп мало. Возьмите каждый. Отсчет времени до самоуничтожения начат. Самоуничтожение области. Зачем вы это сделали? Боже, коровка, повесь на себя что-нибудь вообще другое. Не звездочку, какой-нибудь крест или что-нибудь другое. Я повесил щиток. Так лучше видно, да? Беги, малышка, беги! Он сейчас мины раскинет, отойдите, кто-то в мелизону подходит. Прист? Хильтесь. Бля. Кто не умер, блин, надеюсь. Забили. Все к эту под стенку. Да там мины, осторожно, кто-то подбегает. Прям в стенку встаньте, кто там стоит. Вышли. Так, там СС кому дать сейчас? Я дерево дал уж. Я дам палу СС на всякий. Сбежались. Убежали. Влево встаньте больше. Возле кнопки может кто-то встать там с хилом рядом. Только ближе к боссу, чтобы вы успели забежать под него. Вы там далеко стоите, хэпал и друид. Огонь, через 5 секунд подбежали, все под босс, все под босс. Ближе, друид. Вышли. Там ракетка падает, мелизон, осторожно. Прохильте, прохильте. Мастер аур на огонь, можете дать. Все, за спину, видите, куда он крутится? Огонь, через 5 секунд, подбежали под босс. Только сильно не это, чтобы вас не убило. Осторожно, смотрите, ушли. Все. Захильтесь. Ой, захил, 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 захил дать. Больше, больше хила. И добивайте это говно.
Где это там? Меня не, я не отхил. Бля, три хила, как вы не захиливаете, я не пойму. Ну сейчас упали просто как-то непонятно. Вы после обстрела не стойте все с одной стороны. А то он будет стрелять, стрелять, мы все подохнем все равно. Рассоситесь. У вас три сектора есть, чтобы стоять. Сейчас огурцы ставлю, все возьмите. Оставьте до второй фазы, их не сожжите. Такое, такое и врагу не пожелать. Бля, ну возле меня опять хила нет никакого справа. Они что-то все с одной стороны там жмутся, блядь. Напалмы ловят. Рыд умер. Пошел тебя искать. Сейчас я поменяю патч, чтобы справа был один хил. Ну один хил там, кто там станет? ДЦ пусть слева становится и все. Так это говоришь, что мы не разбегаемся на первый, стоим по секторам. Не, ну просто видишь, вы когда там убегаете, вы три хила с одной стороны, а с другой стороны, куда мы побежали, у нас нет хилов. Мы же не будем все в одной стороне стоять. Если мы уже на два кемпа разделились, то хил должен быть и там, и там. А так получается, что хил с одной стороны. Я могу тогда встать просто справа и все. Мне без разницы. Угу.
Повезло, бля. Беги, малышка, беги! Я сейчас мину уебас, нахуй. Близко не подбегаю, Радбуф. Мины могут кинуть, и тебя взорвет. Уф, повезло, бля. Отбежали. Сейчас тушит, добиваем. Бейте, бейте, не стопните. Все под стенку прям. Бежали. Еще йог есть. Пять секунд до пламени. Подбежали. Все, теперь рассосались. Вокруг босса просто, ближе к нему встанете. Подбежали под босса все. Все забежали. Прям под босс. Выбежали. Мастер Аур на огонь можете дать. Прохиливайтесь. Жрите огурцы, если мало хп. Си... Рога. За спину, за спину. Эрдру, блядь. Да, огне... Прямо стоял, предъебал он. Умер. Под босс. Ближе под босс. Это БР был. Ну нет, нет хила. Я не понимаю, почему друид был перед пушкой? Что он так? Поднимал, поднимал двух человек, которые в красной зоне были. Просто если он крутится, сразу ориентируйтесь, что вам надо против часовой идти, чтобы вы успели. Поэтому качайте инженерию, вот и все. Да, мозг. Им даже пуги убивают. Пуги убивают этого Мимирона в Хэме, а мы не можем. Там в 25-ке без остановки его убивают. Сопрота на хп, может, у кого есть, дайте, пожалуйста. Сопрота на хп, зачем? Это не поможет. Берите огурцы. Слезьте с хэбэм. Тыкни.
А он давал в спину вроде раньше. До фикса. Ага. Зачем мне? Не, мне не надо. Отсчет времени до самоуничтожения начат. Самоуничтожение области. Зачем вы это сделали? Разве вы не видели табличку? Не нажимайте эту кнопку. Там уже 25-ку закрыли с этого время. Мины, мины, приз, ты возле мин, только что чуть не отки. Сзади тебя мины. Смотрите. У него сопротивление у нас, Хайк. Вот пиздец, блять. Бля, мне страшно вот бегать. Все, добиваем. Блять. Все под стенку. Ура, победа! Выбежали. Пять секунд, подбежали к танку. Там Сими залагал или еще, мне кажется. Нет. Все, рассоситесь и вокруг босса ближе к нему стойте. Ход ты, друид, на всех раскидай, чтобы были на всех ход постоянно. 5 секунд, пламя, подбежали все под босса, быстрее. Все под босс. Выбежали сейчас. Выбежали. Отбежал друид. Да. Блять. Ай-яй-яй, отхил дайте. Сейчас мастер аур на огонь дай пал. Беги, малыш. О, хорош. За спину. Все, изи. Живем. Сейчас будет хуйня, где это? Возле босса, под босса. Отбежали оп. Сразу. Минус один, нормально. Да. Блять, он сейчас. Ой, блять. Вот вы стоите все, рассоситесь, что вы там стоите все? Три. Вся мяга. Лока меня резали, он я лежу возле тотемов. Ну чуть дальше. Прохильте сразу. Может гимн на потом... ману дать? Не. Отбежали от огня. Вы не в ту сторону побежали. Квадратик, бля, куда она? Побегала. Отбежали дальше кнопки. Да. Голова, блядь. Там бомбот идет.
видеть. Кумбал. Он в мобах. Сейчас будет огонь. Все, ушли сразу от огня. Блять. Вон сигнальных видите, милики? Отбивайте, если один возле нас где-то будет. Бумбот. Бумбот получает, да. А что за? Отбежали. Полторы минуты еще дорез. Бумбот бежит. Бумбот, лок. Я вижу. Видите этот огонь? От него подальше держитесь, милишники, заливайте сигнальных по чуть-чуть. А там один милишник остался или два. Бля, сейчас пиздец, сейчас нас шотнет, мне кажется. Отбегите. Залейте трэш, у вас слишком много. Все, заливаем. По 8 гаснуть. О, ой, бля. Блядь, сколько это? Я сейчас сдох. Видите, где метка синяя? Меня эти мелкие подкидывают. Залейте их, наконец-то. Они за мной бегают, весь трэш, прям весь. Все, отбежали. Да нет, это пиздец. Кто умер? Погнали обычку и... Другой раз. Кот отмены А-9-0-5. Вы шоу горожане делать будете? Там, бля, героики еще хуже. Не, ну в Гере-то не так, блядь, а на Молчазара, на еще, блядь. На Бабе, блядь, там тоже хуйня происходит. Не, ну ты-то ебать, ты уже закрывал, наверное, их, не? Ну вот и все. Надо хилить. Тут мне этот Рога написал, сказал, что хочет уходить. Хочет спать. Я не знаю. Так написал, что их сделать. Мы все спать хотим, но надо убить эту хуйню. Нас еще острокрылые. Ну, повелитель говна, там не нужен это. У нас еще и генералы, Йок, Сарон вообще. Ну что-то сливается, изи. Пишет не сегодня. Ну хз. Да школы нет, блядь, что делать?
площадка вообще-то есть. На площадку тоже нельзя ходить, не надо ходить. Да, вот. Вот в милике на третьей фазе убейте трэш. Вы просто бегаете, а вы должны бить мобов. А уешить там. Ты кого? Я один был жив, и я единственный, кто бил этот трэш. Просто не падайте, ребят, играйте нормально. На дыре не падайте, чё как плохие-то. Ход, блядь, это... Ну, хули он стоит возле меня, не прыгает. Чтобы ему сны снились. Про то, как он Алгалона убивает. Приз, сейчас сдохнешь. Это проигра. Тут огня много выйдет. Сейчас он тушит, добиваем просто. Льем. Все, к выходу. Я СС дам на этого, на дерево. Лок дай на друидов крову. А, ну хорошо. Я на Симе тогда дам, у него нет этого. У него баров в КД. Давайте нормально еще побьем с первого. А. С первого. Кличко. Подбежали, 5 секунд до пламени. Сразу выпрыгивайте. Вышли. Рассосались вокруг босс. Вот 3 сектора занять должны. Уже сопли пошли уже. Хильте меня. Огонь 8 секунд. Подбежали под босс. Под босс все. Выбегать. Милизона, осторожно, там эта хуйня сейчас. Хуёвый огонь. Ракетка упадет. Рассоситесь опять. Вон, кто там стоит? Друид, возле друида. Шо вас там так много, блядь? Прощение, блядь. Убери проблем. Да похуй, сейчас уже на третьей фазе он потушит. Ой, рассоситесь опять. Блядь. Угу. Бомба, от бомбы ушли, подальше от бомбы, разбежались просто в разные стороны. Ба, блядь, умираем. Блядь, огонь, шубаны. Кто там умер, один? Хильте, блядь. Чё злож, блядь, все сдохли. Фазу там можно было? А. Вот вы сейчас все бежали? За часовой, бля. Все, он просто касит вас. Вы вместо того, чтобы рассосаться, вы бежите все одной кучкой. Пытаетесь разбежаться. Скорость оббега одинакова. Я уже правильно вывел, пацаны. Семи, встань, блядь, в огонь.
Разбойник, давай побыстрее. Все, сказал, все. Шестнадцать траев. Я, блядь, на Митрексе 2500 траев дал на мифике. В БФА. А вы 16 траев боитесь, вы что, ебанутые, бля? Слабые люди. Очень слабые. Снова поезд, блядь, нахуй. Я тоже на циркуле, там на леди в героике, помню, сидели до 5 утра. Так и не убили. Это пуги просто были. Он прикинулся, что его нет, он АФК и все. Он нас кинул, все, минус право. О, вагон. Удивительно. Его и в патине. Надо найти ДДшника на Миро. Начало КД, ищем ДД на Мимирона. Может, найдется нормальный пацан. Не, ну Рога слабый. Да, он вагон, вообще согласен. Он вайпается постоянно. Говно кусок. Ну чё ты делаем, да? Не-не-не, это вообще мимо-мимо, вайпнуть сразу. А чё в 3 хила-то? Да, 3 хила, оу. Не-не, падаем, пацаны. Не-не-не, падаем. Там и дело. Лох. Начало КД, смысл сейчас его убивать, типа, обычно, я не понимаю. Начало КД, еще не четвер. Ну, хуя себе криты полетели. Работаем, блядь. На! Забавно, забавно. Что, мы убиваем или умираем? О, блядь. А, умираем. Ну я бью, мне похуй, блядь. Давай, сдохни. Я умираю. Я до последнего. Беги, малышка, беги! Может, голод дракониху хотя бы убьем, блядь, там Трине нужно. Трине классная, кстати, да. Астрахеру и убить ей, типа, и все. А у нас чекая шатница. Да нахуй можно. С неё ничего не падает. А, и кстати, у нас там две боящики, я предлагаю её заролить, эти две боящики. РЛ. Я всё помню. Две боящики. Он не заслужил, он падает. Считаю то, что РЛ в натуре не заслужил, много падает. Я надо рогу в ЧС кинуть. В натуре рогу в ЧС, лифы, я запомнил. Лифы, да. Вагон, пук, понятно. РЛ, я что-то тебя больше не слышу после того, как я про боевки сказал. Давай. Да нахуй нужны тебе боешки, блин. Ты не услужил, ты попал. Ты голды. Блять. На твинка, говорю, надо тоже. Давайте закроем уже нормально. Чем мы стоим? Давайте погнали дальше. Пошли на Астрахеру и пошлите. Пошлите спать домой. Тут стоим. В кузню ты пахаетесь. Ясно, РЛ цыган, все золото себе забрал в карман. Ой, блин.
я вот тут просыпаться начал. Лучше на Мимироне, на Мимироне так это активничал. Три человека говорили. Я читаю. Поставьте рыбу и это разбафайтесь. Давайте там бабочку убьем, а Мимирона. Здорово. Запустили уже. Кто запустил, блядь? Блядь, заебись. Дайте баф, пристабаф хотя бы. Я ем, подождите. Да, слышишь, когда все будут релить сами. Я, кстати, так релить и начал, блядь. Посмотрел один раз на убийство и сам, блядь. Спать уходит, как роги всякие. Роги нобы, я думаю, как паладин. Давайте вообще в ЧС, давайте на него тикет напишем. Ну тут можно на рогу тикет написать, что он пати кинул. Считай бан. Бля, с какой ангелии я, кстати, не заметил. Жопа. Наша. Она еще был в гильдии ниндзя пижама. Не, это наша бывшая. Я сажаю. А что с ней стало? Что вы уничтожили? Ничего. Пришлось. Да, разругались, так сказать. Да-да, электростроя. Жарника не убили в десятку. Да зачем? Зачем? Она сейчас взлетит, блядь, какая гера? Что прикол? Ебать вы прикольные, пацаны, я охуею. Все разгонит финал, отвечаю. Он гера не знает. Вот и я. С сисями. Да-да, с сисями. Плюс РЛ цыган. Вот наш. Мы с тобой нашли друг друга, считаю. Цыган, вор, золото любишь. Я не знаю, как тебе объяснить. Блядь, начинается, блядь. Лепрекон какой-то, блядь, золото любит. Что за ювелирный ингредиент? А, то есть ты не отрицаешь, что кто, что ты цыган, да? Я понял, я тебя вычислил. Он не отрицает, что он золото любит. А, уже нет цыган, я понял тебя. Отчасти цыган уже. Не, брат. Эй, друг Джан. Да-да-да, ну типа. Нет, по-моему, есть друзья армян. Да, армян, друг Джан. Ага. Агро, ребята, агро, держите, агро. А какое агро, разбойник ли, ну? Какой агро? Я сажаю. Язык такой есть, агро скорпит. Все. Что был разбойник, что не было. Полетели, ну. Вот без разбойника вроде урона больше стало. Ну да. Что-то у вас какая-то гильдия ГГВП токсичная. Да, отлично, отлично. Да. Просто уже поздно спать хочу, путаю слова. Зарогай вперед. Бля, ну не убить Мимирона, это, бля, стыдно должно быть. Кто-кто? Я, вот это, да. Почти угадал. Да, это я. Да, Симка, знаешь, фиксик такой? Вот я Симка, походу. О, ГЦ. Ой, бля, ебать. Мне.
Я заролил. Я заролил. Ты кот? А я разбинник вообще-то. Сюда. Там крит удар вообще-то. Давайте сюда. Обидно, обидно. Прям в конце. А чё, куда сейчас идём? Куда сейчас? Домой. Идём нахуй. Мирону дальше строить. Не, пошлите мне. Идём спать, блядь. А чё так рано? А да. Почему так рано? Ну... Ебать, ну лучше, это... чем у него там, блядь. У меня кузнечный жар вообще, вот это говно. Ну, вообще там параша, блядь. Ну что, смотри, глаз, тут... глаз вообще-то хороший, я так. У меня теперь будет 3 глаза. Ну, 4, можно сказать. Конечно. А что мы делаем, роли, что? Не-не-не-не. Бо я хавать хотел, блядь, заебался. Давайте поиграем. Сыграем ящик, давайте. Давайте по роллинг, трает или не трает. Ну, типа, играть дальше. Если есть РДД какой-то, то можно играть. А если нет РДД, то... Я РДД. Ну, смотри, убьем Мирона, убьем кошатицу, убьем генерала, убьем йога, и все готово. Короче, спать пойдем, ребят. А Игнис, кому Игнис нужен, вы серьезно? С него падает говно всякое, которое никто не носит. Ребята, что, как там? Что мы делаем? Я идем или еду кушать? Спать, ребят. Я хочу. Если я не хочу, а если я не хочу? А есть кто с запада? Запада это. Я с востока. А. Ну, если есть, если хотите дальше идти, я могу остаться, типа, блядь, могу похавать потом, но если, блядь, нихуя не делаем, то иду хавать. Не, ну типа если найдем РДД какого-то, да, то можно. Найти надо. Давай переносить на другой день. Какой? Что? А потом никто не придет. Я уже так делал. А мне, кстати, приходили. Но это было где-то месяца два назад или три. Тогда никто не придет. Не проходились. Потому что это все.